Всем привет, дорогие друзья! Мы, значит, находимся на Лыткино. Вот, спасибо донатерам, Валерычу, Наталье Шупе спасибо. Потом Сереге Бабаеву спасибо за донатики. Это вот, значит, у нас три спонсора сегодняшней компании вот этого домика. Это Валерыч, Серега Бабаев. Вот, и Наталья Шупе. Это они для нас сегодня вечер устроили. Домик на воде. И Русик. Да, и Рома. Русик. Ромка там еще был донатер. Спасибо вам всем от души. Вот соседи у нас тут. Так. Вот тут, короче, кушаем. А ночью, когда места кому-то не хватит, можно тут располагаться. Да. Прочный дубовый стол. Пентхаус. Номер один. Заходи, сына, включай свет. Есть там свет? Во. Вот номер. Такой вот, ребятки. Коврички, это все есть. Твой, я, да? Сильно не ходи в обутках, чтобы босиком. Ну, конечно, потом ходить. Разуться. Все. Первый номер закрывай. Включайте свет. Во второй идем номер, ребятки. Люкс номер два. Люкс номер два. Все. Все. Да, выключим, успеем. Закрывай. Зачем свет тратить-то, господи? Идем по кругу. Дэн спит на столе. А где у нас? Да, здесь, ребятки, вот нырять будем сегодня. Вот. А где купаться. Баня? Баню. В баню мы идем, ребят. В баню идем, как нет. Сначала террасу покажем. Террасу пойдемте покажем. Баня вон следующая, ребят. В баню не переключайтесь, смотрите до конца ролик. Вот баня будет. Народу, когда люди снимают много народу, люди вот тут вот на втором этаже ставят палатки и ночуют. Вот терраса, ребят. Ну, здесь еще эти постелят. Лежаки здесь будут. Да, летом лежаки постелят. Шезлонги. 6 тысяч аренда, ребят. 6. Да, за сутки 6. Хоть 10-ром, сказал, хоть 20-ром приезжайте. Без разницы, как сможете, так и располагайтесь. Сколько у вас народу. 6 отдали и забыли. Главное, чтобы домик не утопили. Вон тот достраивают, большой вообще какой. 4 комнаты в нем. Здесь у нас 2, а там будет 4. Ну, пошлите дальше. Какаем и писаем прямо в штаны. Ну да. Так, ребятки, идем, значит, куда? Там у нас по кругу можно. Включайте свет. Здесь все, есть свет, баня. Баня, значит, сегодня здесь будет. Есть хоть свет-то, нет? Все, везде есть. Да включи ты пока. Ну, ролик идет, ну плохо. Вот над этим. Ну, освещение лучше, когда есть. Вот. Заходим. Банька, ребят. Предбанник, предбанник. Тут сидеть. Семечки щелкать. Здесь, наверное, и будем сидеть выпивать. Ну, позже, да? Сказала, да? Попозже. Баньку достопим. Ну, пошли. С печенькой. Кочерега стоит. Кочерега, но. Это еще типа один предбанник. Тут раздеваемся догола. Догола. Вешалка. Сама баня. Сама баня, ребятки. Вот такая вот банька. Мы веничек взяли. Эвкалиптовый, да? Эвкалиптовый. Бери ведро. Сейчас воду пойдем. Таскать будем. Все, пошли, Людочка. Тихо, подожди. А порог, главное, не запнись. Пороги большие. Можно ключи здесь? Ну, пошли. Вот, кидай. Кого тут там я пойду? Да зачем? Кидай здесь, какая разница? Не надо мне здесь. СРМчик четко говорит. Сейчас Людочка дров натаскает, воды накидает.
Сколько примерно воды там? Ведер 6. Ты думаешь, ведер 6? Это все на воде мы, да? Каких 6 здесь? 15. Кровотит! До скорой встречи, мои киноманьяки!